Всем привет, с вами Тарко, и в этом видео мы попытаемся разрушить миф о том, что на самп РП сдох РП. Для этого я создам бомжика, и с помощью этого бомжика я попытаюсь разыграть какую-то интересную РП-ситуацию. Ну что ж, поехали! Чем не кандидат? Что это было? Он телепортировался? Пончик, подожди, молодой человек. Да, братан, погоди, ёпта. Бро! Братан, куда же ты? Оу, парень, ты что, напился? Он все блеванет. О, бро, все нормально, бро. Какие-то они в жопу бухие, ну их нахер, короче. О, ребята, товарищи полицейские. Здравствуйте. Мне нужна срочная помощь. У меня, походу, аппендицит прихватил. Ми корчится от боли. Помогите. Вам нужен врач. Что, серьезно? Скорой нету. И что, теперь мне умирать? Садитесь, довезу. Ни хрена себе, садитесь, довезу, говорит красавчик. Ми стонет от боли. С мигалочками, ни хрена себе. Оу, держись, ни хрена себе. Он мне подыгрывает, говорит, держись. Главное не переигрывать, да? Мы в больничке, ребята. Ай, колет, ёпта. Положил на плечо парня. Ни хрена себе, положил на плечо парня. Он разговаривает с ботом. Эй, ты, говорит, пришли сотрудники. Пришли сотрудники, отвели парня в палату. Нет, он ли? ГВСФ, го. О, ни хрена себе. Плохо мне. Рожаю, ёпта. Короче, сейчас поедем в ВСФ. Класс, красавчик, он мне уже нравится. Так, мы едем в СФ с мигалочками, с ветерком. Ни хрена себе, вот это вот. Ни хрена себе. А, что это? Это меня так глючит. Спокойно, уже рядом. Так, мы приехали, больничка. Ой. Ни хрена себе, присел, взял под руку, отыграл, короче. Не, ну красавчик. Все, короче, полная жопа. Походу мой персонаж умрет. Врача. О, там доктор. Помогите. Тут парню плохо. О, ни хрена себе, доктор живой. Что тут? Доктор, в боку болит. У парня, походу, аппендицит. Аппендицит, кажись. Ой, колит. Ты присядь, не стой. Ми держится за бок. Секундочку. И убежал. Взял каталку и катит в палатку. Ни хрена себе, каталку прикатил. Ёб твою мать. Помог забраться парню на каталку. Ми влез на каталку. Так. Он меня покатил куда-то. Ни хрена себе, что происходит, ребята? Это все не разыграно. Это все просто я создал бомжа, вошел на сервер и подошел вот к менту. Ёпта. Ни хрена себе. Переложил парня на стол. Пнув каталку в сторону выхода. Что? Переложил парня на стол, пнув каталку в сторону выхода. Расстегнул на парня одежду, наблюдает. И полицейский там, и полицейский наблюдает. Переживает за меня, ёпта. Надел чистые перчатки, достал их из аптечки. РП живет, ёпта. Достал аппарат УЗИ из-под стола. РП живет в час ночи. Вот же пацаны пишут. Поесть не дали, изверги. Это доктор говорит. Б, красавчик, доктор, тащи. Смазав гелем бок, датчиком вводит по нему. Доктор, нежнее, плиз. На мониторе картинка. Разрыв слепой кишки. Неудачно, охренеть. Фуф, фух. Вводит сканером левее. Ни хрена себе, что происходит, куда я попал? Полицейский в шоке, аж зашатался за окном. На мониторе картинка, разрыв печени увеличен. Удачно. Кошмар. Что там, доктор? Так это цирроз, батенька. Ёпта, что это? Это из-за бухла? О да, кошмар. Говорила мама, сопьёшься, не бухай. Бухло всему виной. Будьте в том же духе, продолжать от силы протянете месяц. И потом все. Будем показывать вас как пример интернам. На
вашей печени! Мент улыбается! Кошмар! Доктор, так что мне делать сейчас? Я пока что выпишу там таблетки, ну и само собой, разумеется, пить прекращайте. Ясно, доктор, спасибо, выписывайте. Достал салфетки, вытер остатки геля со сканера и пациента. Убрал аппарат УЗИ обратно под стол. Не, ну красавчик, выписал рецепт на эссенцию Forte-N биокапсулы. Передал рецепт пациенту. Ми взял рецепт. Спасибо, доктор. 2-3 раза в день говорить. Удачи вам, красавчик. И опять же повторюсь, прекращайте употреблять алкоголь. И не болейте, самое главное. От души вам всего наилучшего. Блин, ребята, вы это видели? Не, ну это вы видели? Доктор по имени Эктор Мартинес. Красавчик. Полицейский по имени Джек Галакер, красавчик. Вы видели, какую РПшку отыграли? Нет, ну вы видели, ребята. Я думаю, вот этим вот, я вам отвечаю, это все было не наиграно, это все было спонтанно. Я просто зашел и решил снять видосик в новом формате. Спасибо вам. Завязывай с печенью, все такое. Он еще мне стоит, советы дает, завязывай бухать, печень, доноров печени мало. Все такое, не, ну красавцы. Не, ну ребята, вообще красавцы. Я удивлен, ребят. Я вообще удивлен. Ребята, я думаю, миф о том, что РП умер на сам ПРП, этим видео мы развеяли, ребята. Не, ну вы сами все видели. Блин, я до сих пор в шоке. Я не ожидал, что так круто все получится. Блин. Ну что ж, ребята, пожалуй, на этом и закончим. Под видосом этим напишите, пожалуйста, нравятся ли вам видосы в таком формате. Продолжать ли мне снимать подобные видосы, проверять РП на серверах. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайте на канал. И всем спасибо, всем удачи!